Ребята, всем привет! Вы на канале Вэл, и сегодня мы будем играть что-то вроде скоростного прохождения. И она очень крутая игра. Сейчас мы посмотрим, как я прохожу в этой игре. Смотрите. Опа. Знаете что? Вот сейчас вроде в игре была девочка, она это самое легкое задание не могла пройти. Но это и каждый из нас пройдет, да ведь? Посмотрите, даже я прошел это задание, представляете? И только эта девочка не смогла пройти это задание. Вот как? Тут надо что, идти быстрее пока? А, я кое-что понял, тут это сразу все тратится. Надо быстрее идти, чтобы ступеньки не сломались. Нет. Господи, сколько мне еще идти так? Уф, ребята, там почти, там ступеньки пропадают. Оба-на. А как я теперь начну проходить? Нет. Ребята, тут становится невидимкой и всё. Нет. Становишься видимкой. Ребята, тут вообще все почти не запомнить. Такая игра вообще ненормальная. Тут я не могу даже запомнить. Такая игра. Не, вот как эти создатели игры придумали то, что это тут все пропадает. Страшно. Все, опа-на, опа-на. Нормально так. Девочка, вы, кажется, ошиблись номером пасхалки. Так, да, да, это. Девочка, имени, как? Так, значит, сюда. А, я все понял. Сюда. Мальчик, ты опробуешь первым. Как это возможно? А, тут то же самое. А я-то думаю, что это такое? Ужас. Нет, опять, за что? Нет. Короче, хорошо, что мы сохранились. Опа, опа. Мы прошли это, короче. Опа, за нами прямо мост. Смотрите, как мы идем так быстро, как они беленькими становятся. А, и все. Опа. На, нет. Так, все, я бегу. Так, а что дальше? А, все, дальше. Так вот. Ну, а теперь мы пройдемся по этому маленькому бревнышку, или это не бревнышко, какая-то белая полосочка. На жвачку похоже. Ребята, простите меня, пожалуйста. Я нечаянно промахнулся, когда шел. Вот видите, там девочка не промахнулась. Ну, а я растяпаю. Ой, девочка, давай побыстрее, я тут это опаздываю. Так, опа, это было рискованно. Ребятушки. Это тоже было рискованно. Что у меня все мои движения вот на этой линии рискованные какие-то. Опа, на этой фигуре интересно. Потому что, представляете, вот фигуры висят в воздухе. Квадратики, кружочки, треугольнички. И все так интересно. Вау, это мы сколько будем подниматься? Ничего себе, ребята, там сколько высоты. Не, вид-то какой. Ну, вот с самого начального. Не хочу туда попадать больше. И так, и тут красиво вообще-то. Не, вообще-то так. Неудобно. Ты раньше был там, а сейчас тут. Не, ну, вообще как-то не интересно, но... Вот если... Вот на этой линии играет... Кто-нибудь, вы меня поняли?
Мне одна девочка сказала то, что они обычно проигрывают, потому что она такая невидимая вся. Так, ну не знаю. Ребята, опять эта лестница на квадратной ТВ. О, нет! 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 Эта лестница тебе просто. Не знаю. И ну лучше мне поторопиться. Мне еще сколько надо пройти? Мы уже почти наверху. Еще вверх. Какие-то несложные задания теперь. Так вот вверх надо подниматься. Так, конечно, несложно, просто мышкой туда управлять как-то не очень. Там неудобно. Рука начинает болеть. Ладно, ну, наверное, еще один уровень остался. Опа-на, что это у нас такое тут? Да, я же говорил. Ну, хотя не один, а два. Ой, ну, наконец-то. И смотрите, что с этого. Ну, там какой-то человечек только начинает бежать туда. Опа-на. Что-то как-то... Опа-на, дерево. Ребята, тут дерево. А я-то думал, чего это за линия такая? Может, какая-то штуковина непонятная? А это, оказывается, дерево. Вот смотрите, как мы набираем высоту. Как круто становится. Ну вот давайте поглядим немного. Все, я устал ждать. Глядеть. Все, побежали вверх. Вот на такой высоте вообще дух захватывает. Сейчас повернемся. Обернемся. Вот, смотрите. Дух захватывает. Ну, для вас, наверное. Мы в небе сейчас порхаем. Нет! 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 Ну, ребята, опять с самого начала это дерево. Простите меня, это дерево, я упал. Простите меня. Не я эту игру знаю, но я упал с дерева. Ты знаете, что это мне подсказывает, что это какая-то другая почти игра. Игра, ну да, ну я тоже что-то там вроде такого было. Только для меня это было чуть-чуть сложнее. Ну, вроде я не помню. Короче, я не помню, что это была за игра. И мы прошли дальше от того. О, ребята, с этого вообще дух захватывает? Ну ладно, все. Нет, это что, движется? Круто. Нет. Господи, что это такое? Уф, это было страшно. Вот прямо лазеры, а ты мчишься на каком-то эскалаторе. Вот тут вообще дух захватывает, да, ребята? Тут вообще как-то страшно. Вот с тобой я уже тут. Там мальчик переходит. А почему он обратно? А, так, ну, я нечаянно перепутался. Ладно, сколько мне там еще идти-то надо? О, много, нормально. Высота большая. Вот мы все вверх и вверх. С самого начального уровня это был самый низ. Я сейчас вверху просто. Я сейчас на это смотрю, у меня... Так, дух захватывает, как я вам говорил. Ну все, ребят, у меня несколько уровней. И я на крыше. Оба-на, я на крыше. Что здесь надо делать? Это лабиринт, в котором нельзя задевать стены, наверное. Ну да, мы идем. И что? Не понимаю, я тут есть тупики. Я думаю, тут можно идти, и ты не забудешься никогда. Мне кажется, надо выбирать нормально. Ну, значит, этот путь нам не подходит. Значит, нам нужен другой путь. А какой? Сюда? А, нет, можно. Так. Это как-то потом проходит. Люди добрые. Что со мной такое? Тут вообще ничего не понять. В лабиринте таком. Не знаю, неудобно как-то. Не, ну я продвинулся вперед. Значит, это я правильной дорогой иду. Вроде да, потому что тут много всяких переходов. Как из этого выйти? Ребята, я понял, как из этого выйти. Смотрите, надо вот так вот
сделать и можно идти. Значит, я правильным ходом шел. Как круто идти. Ой, я не туда зашел, надо было сюда зайти. Ой, куда меня занесло? Я вот так вот был. Ребята, смотрите, как с высоты дух-то захватывает еще лучше. Так, с какой-то я тут... Надо пройти. Так, путь прокладывается от этого... Можно попасть только из этого туннеля. Как в этот туннель попасть? Неизвестно. А, нет, вроде известно. Нет. Там была такая посудырочка, я подумал, что можно попасть как-то. Как сюда? Так сложно ориентироваться в такой местности. Такая местность вообще реально неудобно ориентироваться. И к синему путю мне еще долго идти. Потому что я так знаю, так далеко. В общем, обходим пока эти все закоулки. Скоро мы вообще... Где упадался? Что-то не совсем удобно. А все, ребята, тут вроде все, я нашел вроде путь. Да, да, я нашел путь, как туда пройти все. Все, так я нашел путь, А нет, я не нашел путь. А все, теперь нашел путь. В путь дорогу. Господи, что со мной? Как я еще не там? Так надо было с этого синего. Надо сюда идти. Я-то думал, все просто. А все так сложно. О, Господи, как все сложно. Нереально. Как? Господи, куда идти? Тут путь. Так куда? Так. Надо та-та-та-та-та-та. Проводиться путь. Та-та-та-та-та. Выход можно найти отсюда. Это только. Короче, все, я нашел вроде как отсюда выйти. Это только вроде, потому что тут еще сколько туннелей. Ну, наверное. Тут слишком много туннелей. Или как могу этот лабиринт пройти. Начался лабиринт. Ну, все, смотрите, какой интересный вид. Вообще уже ничего не видно почти. Ну, ладно, ребята. Вот так проходим. Мой человечек там бежит. Все, человечек, я к тебе приближаюсь. Мой милый, чё? А, не, все, я правильно шел? Ну все, человечек, мы приближаемся к последнему. Ну, ой, ребята, мне опять придется проходить лабиринт. Ребят, простите, мне опять из-за меня аж самого придется проходить этот ужасный лабиринт. Опять простите, ребята. Просто я ничего. Это надо сюда завернуть. Это можно пройти, когда вот с этого перехода надо сначала попасть сюда. Мальчик, не мешай мне, тут надо пройти этот лабиринт. Сложно. Ну как ты мне мешаешь, мальчик? Вот эти стены мне все мешают. Да ё-моё. Так, ну если отсюда получается они что? Я вообще не понимаю, что это. В лабиринте в каком-то застрял, который, наверное, может пройти каждый человек. Ну что за лабиринт-то такой? То, что я его пройти не могу, наверное, самый лучший человек. Даже, наверное, самый лучший дур... Даже, наверное, самый ужасный дурак это может решить. Но это только я, наверное, говорю. Но я это не могу решить. Ну, я серьезно, я не могу это решить. Даже, ну как я тогда шел, то, что я потом там упал.
тогда там шел, чтобы мне изучить территорию. И ну я тогда шел отсюда, это путь мне проложили вот там вот. Да ё-моё, стены мешают. Так, ну я вроде там шел. Сюда можно попасть только если... Так, сюда тут можно попасть только если там пройдешь. Ну, короче, тут сегодня... Ладно, легко! Оказывается, все легко. Мне надо только... дойти до этого, потом, наверное, заворачивать там кругов. Еще нужно сюда зайти. До сюда. Да-да-да, я иду тем путем, который я себе проложил. Ну, наверное, теперь будет несложно ориентироваться тут, в этой местности. Да, теперь все позади почти. Надо теперь преодолеть последние стены. И все. Так что мы почти у цели. А наша цель сегодня дойти до конца. Жалко то, что когда мы пройдем этот лабиринт, нам с вами будет надо прощаться. Жалко. Ну, пока мы, я с вами, и мы с вами, и, то есть вы с нами, со мной, и мы продолжаем игру. Не, реально легко запутаться, честно говоря. Ну все, ребята, мы уже почти у цели. Я теперь могу даже без этого идти. А хотя не с этим. Все, теперь я заполнил местность. Теперь я могу без всяких там промежутков, промедлений могу идти. Все, ребята, мы почти прошли. И осталось обозначить нашу... Эх, надо сейчас пройти последний путь и... Мы с вами будем прощаться. Вот, ребята, мы прошли этот последний путь. И, наверное, мы сейчас будем прощаться. Ну, в общем, всем пока-пока. Ставьте лайки мне и подписывайтесь на мой канал. С вами был Лев.